В медитации, да, ты сейчас сидишь? Или ты готовишься? Нет, я уже готов Ты уже быть готов. кем угодно. Ага, быть кем угодно. Ну ладно, давай начнем с лампочки. То есть лампочка включилась, правильно? Была выключена и включилась. Так, благодарю. Следующая у нас пошла. Так, камера. То есть ты камера, правильно я понимаю, да? Да. Зерно камеры. Зерно камеры. Что она делает? Она смотрит, наблюдает. Зерно будет наблюдатель. Наблюдать. Наблюдатель. Наблюдатель. Это зерно камеры, ее суть. Так, а теперь, значит, стул. Зерно стула. Держатель. Да, что она держит? Держит тело. Тело или попу, да? Очевидно, да. Так, давай. А теперь стул держит приятную попу. Женская такая приятная, красивая попа, да. И тут села слонопотамная попа. Гипопотамная попа. Благодарю. Вот видишь, мы с тобой сделали счет с разными предлагаемыми обстоятельствами. Так, дальше у нас был вешалка. А театральная вешалка? Ну-ка. Но она же еще, понимаешь, она же еще в искусстве, понимаешь, она еще в искусстве театральная, это вешалка. Вот. Так, вешалка на стройке. Отлично, отлично. Ребят, работайте с предлагаемыми обстоятельствами, будет вам счастье. А, кстати, зерно вешалки. Держать. Ну Держит, да. держит. Держит такая Что на одежда. пол не положить? Да. Так, все, благодарю, Олег. Зря просто так обижать человека не надо, потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт, к тому же еще не успевший ничего написать, даже турецкий марш. Вы его обидите, и он вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой. И на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей. А значит, и меньше хороших людей. Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек Моцарт. И все же не надо. А вдруг? Не обижайте человека, не надо. Вы такие же, как он. Берегите друг друга, люди.